На конкурс дети читают стихи Калинская Элина, 9 лет, Вологодский многопрофильный лицей. Девочка, прошедшая войну, Лаврова. Девушку, совсем еще девчонку, с мягкой улыбкой после сна, в форме школьной, с бантами и челкой, унесла безжалостно война. В медсанбатах, фронтовых, походных, в городах, пылающих огнем, всех солдат, израненных, голодных, возвращала к жизни день за днем. Маленькими, ловкими руками бинтовала раненых, слепых. Сколько писем написала мама за безруких пареньков седых. На шинели ордена, медали, выправка военная и стать. Только деток руки не держали, не успела деток приласкать. Все, кто дорог был, любим и близок, забрала разлучница война. Пожелтевший, обгоревший снег, два солдата в форме и она. Предлагали сердце, душу, руку, жизнь как в сказке, счастье чередой. Да лежит один в великих луках, а под Сталинградом спит другой. И стоит в печали одинокой, слушая седую тишину, бабушку, ставшая для срока, девочка, прошедшая войну.